Более 100 актюбинских школьников приняли участие в литературном бенефисе. Мероприятие посвятили 125-летию Мухтара Ауэзова. Старшеклассники школ с русским языком обучения соревновались в 4 турах. Каждый этап конкурса связан с наследием Ауэзова. Самым популярным среди участников было задание показать драматическую постановку. Цель данного мероприятия – это раскрыть многогранный талант классика казахской литературы, выдающегося педагога Мухтара Ауэзова. То есть популяризация творчества Ауэзова среди школьников, привить любовь к слову, воспитание нравственных качеств у учащихся именно посредством художественного слова. Мероприятие у нас проводится в несколько туров. Это первый тур у нас конкурс драматических постановок по произведению Ауэзова. Второй тур – это конкурс композиций. Третий тур – это конкурс ТикТок. И четвертый тур – это конкурс рисунков по произведению Мухтара Ауэзова.